на фоне усталости. Здорово опять. Хорошая двойка. И опять здорово заканчивает серию по печени. Красномоглу спортсмен из Санкт-Петербурга Руслан Колесников. Синемоглу боксер представляет Хабаровский край Савелий Садома. Боксеры, пожали руки. Ребята, внимательно слушаем выполняемые команды. Основные нарушения. Ниже пояса не бить, открыто не бить, не бороться, уважать друг друга. Чистый бокс демонстрируем. Углам. Да, мы исключительно за демонстрацию чистого бокса. Смотрим. Руслан Колесников в красной форме, Савелий Садома, соответственно, в форме синий. Неспешное начало, откровенно. С двойки решает открыть свои атакующие действия Савелий. Хорошо сдваивает удар слева Руслан. Ну, кстати, согласно рекомендациям, которые были даны ему в углу. Отлично сдваивает опять же, причем второй наносит через уклон влево. Попал справа сейчас здорово Савелий. И вот здесь такой своего рода грязный бокс показывает Савелий Садома. Так соперника немного подхватив левой рукой, свободно нанося удары в таком хоккейном стиле. Правый снизу в блок. А сдваивает уже удары по туловищу, в том числе Руслан Колесников. Поджимает Савелий, оттесняет соперника к канатам, придавил сейчас голову к канвасу. Но вот здесь, не знаю, почему рефери сделал замечание именно Руслану, хотя, в общем, инициатором всего этого эпизода был именно Савелий. Ну ладно, пытается сдваивать джеб, но мы видим, что очень хорошая передняя рука у Савелия. Во-первых, по длине рычаг, и за счет этой самой длины попадает двойку четко Савелий по туловищу, по печени отрабатывает Савелий Садома, подбил плечом. Такое ощущение пока, что Руслан находится немного не в своей тарелке. Как-то ему некомфортно пока боксировать. Мало ударов он выбрасывает. Вот хорошая двойка была. А победитель, напомню, получает в оппоненты по финалу Андрея Косенкова. До конца первого раунда. Хорошая серия в исполнении Савелия. В целом, мне кажется, что Садома должен забирать этот раунд, потому что он, в принципе, бил гораздо чаще, он попадал гораздо больше. По туловищу неплохо. Руслана дальше. А дальше, наверное, будет перевод на голову. Вопрос, какой руки, какое продолжение. Отлично обменялись в конце раунда. Ну и еще раз подчеркну, что мне кажется, что раунд забирает именно Савелий Садома. Боксер счет боям не ведет и является призером чемпионата России 2020 года. И является чемпионом Европы среди молодежи 19-22 года 2021 года. Тренируется под руководством Датаева Тамилова Левизова. Секунда, ты за ринг. Все, не держать. Второй раунд. Продолжаем.
Услышали мы рекомендации, которые давались боксерам в углу, в частности, Савелию Содома. Хорошая двойка. И опять здорово заканчивает серию по печени. Посмотрим, как сможет перестроиться Руслан. Продолжает оставаться на линии огня Руслан. Хорошая двойка. Здесь здорово и выходит из своей атаки Савелий. Как классно. Сайдстепом правую руку заводит цель. Попал сейчас Руслан очень неплохо с правой руки. Но понятно, что Колесников ничего так просто не отдаст. И все время, мне кажется, готовит, мысленно готовит удар по печени слева Савелий. Пару раз у него зашло, прям хорошо так. Право сбоку в плечо пришелся. Да-да-да, вот смотрите, действительно, все время ищет момент для нанесения удара по туловищу. Столкнулись головами сейчас парни, по-моему, посеклись. Нет, все нормально, по счастью, все хорошо. Нет, не все хорошо, походу... Да, было столкновение. Просто не сразу я увидел. Там, кстати, по-моему, у Савелия Содома есть повреждение. Или нет? Нет, все в порядке. И вот, да. Бам. Дают продолжать поединок, и это хорошо. Там не критичное было рассечение, насколько я видел. Посему, конечно же, бой может продолжаться. И опять сталкиваются головами, кстати. Правый снизу хороший от Савелия. Продолжает уверенно сталкивать соперника джебом. Отличная передняя рука у Савелия. Здесь попытался подхватить атаку Руслан. Здорово. Хорошая атака от Колесникова. Проверяет живот Савелий. Чем интересно, да, так очень плотно стоят на ногах. И здорово протянул оппонента, но уже пропускает сам Руслан после хорошей атаки. Начал увереннее гораздо защищаться во второй половине раунда Руслан. Хорошо блокирует удары, пропускает руки соперника над собой, мимо себя. Опять же, не уверен я, что это поможет выиграть такой близкий раунд. Хотя несколько эпизодов. Вот здесь здорово повторные атаки, Руслан. Савелий такое ощущение немножко встал. То есть, если в первой половине раунда он выглядел так же активно и эффективно, то сейчас уже под занавес мы видим, что есть определенные сложности. Мне кажется, функциональные сложности в первую очередь. А Руслан, напротив, лучше рассчитал силы по дистанции раунда. России Савелий Содома, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре. Боксер 98-го года рождения, боксом занимается 10 лет. Представляет вооруженные силы воздушно-десантные войска. Боксер счет боям не ведет. И является чемпионом России среди молодежи 19-22 года 2021 года в Серпухове. Тренируется руководством заслуженного тренера России Сергея Контуркаева, Александра Малинина, Геннадия Рыжикова. Первый тренер Устужанин. Он устал, дай ему прибавь сейчас. Его должен быть опять. Секунда от Резари. Итак, друзья, опять же, мы послушали те рекомендации, которые давались парням. И третий заключительный раунд. Хорошо, живот проверяет Руслан. Вот посмотрим, насколько смог восстановиться Савелий. Попадает сейчас очень жестко Руслан Колесников. Там, кстати, пытался обмениваться справа направо Савелий, но, по-моему, настолько жестким его кросс не получился.
правый снизу не проходит у Руслана, а вот проходит как раз у Савелия. Напротив, неплохо закрутил, но там откровенно руку прихватывает оппонента Руслан. Ну и Савелию ничего не оставалось делать, кроме как наваливается свободный. Ну и получилось неплохо, надо сказать. Провалился Руслан, здорово здесь контратаковал Савелий. Судья вовремя вмешался, кстати, а то бы он так почему-то развернулся и застыл в этом эпизоде. Руслан, не нужно так делать. Профессионалов бы точно ударили. Обменялись, классно. Интересная концовка у нас настает, потому что на фоне усталости здорово опять. Обоюдоострый обмен, и удары справа проходят и у одного, и у второго. Без удара, шаг назад. Не просовывай, стоп, стоп. Не просовывай руки. Бокс. Здесь попытался пробить правой через руку, но не получилось ничего у Руслана. Хороший джеб опять от Савелия. Минута до конца этого поединка. Очень важный эпизод, очень важный отрезок. Стоп была команда. Но кто же окажется более свежим? Кто попадет больше? Кто заберет вот эту самую концовку? Выставляет локоть просто откровенно в лицо сопернику Савелий. Ну, в общем, такие штуки в боксе случаются повсеместно. Слева налево здорово обменялись. Здесь уже хорош Руслан. И еще идет вперед. Не держать, не держать. Не держать. Есть попадание. Причем, опять же, с этого ракурса было видно, что именно Руслан довел свои удары до цели. Я не уверен, что в том же стиле, в той же манере ответил Савелий. И все. Да, парни могут быть довольны собой. Посмотрите, какая шишка вздулась на лбу у Руслана Колесникова. В этом поединке победу раздельным решением. Вот здесь судьи точно согласен. Прям и вышел в раздельное решение. Очень ровно все. Чемпионата России по боксу весовой категории до 80 килограммов. Боксер из синего угла. Да, и все-таки Савелий Содома побеждает Руслана Колесникова и отправляется в решающий поединок. Большой молодец, равно как и его оппонент. Руслан Колесников показал очень достойный бой. И награждение боксера бронзовой медалью чемпионата.